Давайте так, поесть светильником, ну, разбирать смысла я не вижу абсолютно, потому что это чудовищно простая штука. То есть вам всего-навсего нужно, я думаю, что проблема в том, что вы, опять же, думаете не о том, что вам говорят, а придумываете себе о том, что тут есть. Да, то есть у нас есть такая шкала в ES-генераторе. Мы можем тут рисовать что угодно. Ну, давайте рисовать что угодно. То есть нету, да, сложности в том, чтобы нарисовать что угодно. Вот берем мышкой и рисуем. То есть это все умеют. Ну, любой человек, давайте так откровенно. Это очень просто сделать. Дальше. Если мы хотим пучок посередине, то это левая часть. Вот, левая. Это пучок посередине. Ну, чем выше, тем ярче. Если хотим пучок по бокам, то это правая часть. Ну, посередине это средний показатель. Соответственно, в большинстве случаев это какая-то... Вот такой график примерно. Вот такая горка, да? Если нужно какие-то ухищрения, ну, добавляйте. Дальше часто требуется просто, насколько близко к стене он стоит, единственный еще показатель, которую можете сами проверить, и найти нужное положение, как далеко пучок отлетает от светильника. Все, нажимаете сохранить и подставляете в ES-светильник. Все. Дальше. В ES-светильнике там есть power, сила, подбираете нужную силу, а потом каким-нибудь опытным путем вы уже будете знать, как хорошо вы настраиваете в ES-генераторе источник освещения относительно того power, который вы потом настраиваете в 3D Max. И цвет ему в 3D Max задаете. А можно уже создано растянуть размер. Если вы загрузите через load в ES-генератор, вы можете растянуть куда угодно и как угодно. Ну, если вы говорите про ES-генератор и про ES-светильники. Так, окей, хорошо.